Привет, друзья! Хочу рассказать вам такую вещь. Это электрическая бритва, станочек небольшой. Называется она вот так. Очень интересная вещь. Обратите внимание на ее размеры. Очень легкая, компактная. С этой стороны, в этой подставочке, имеются вот такие насадки. То есть на разную длину, понятно. Вот. Ну, тут прилагается такой элемент обычный. Значит, я это уберу, покажу ее более детально. И, наверное, померяю. Чтобы было понятно, 13 сантиметров. Очень небольшая штука. Значит, таким движением она приводится в рабочее. Ага. Здесь просто один раз нажал, то есть, и зафиксировал. Классная штука, где-то в походе, то есть в длительных каких-то поездках очень классная штука. Так, как бы ее разобрать и показать элемент питания. То есть одна батарейка типа А2А. Бреюсь каждый день этой штукой. Батарейка работает уже, ну, может, месяца два. Приятное покрытие, такое имитация резины. Некоторые элементы действительно тут такие прорезиненные, приятные. Ну вот, в принципе, все. Просто хотел показать такой вариант. Сама идея очень интересная. И, как я уже сказал, для походов очень классная штука. Вот так вот все. Всем пока.